Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. На этом видео хотелось бы показать, как читать намаз сидя. Поступил запрос относительно того, что человек полноценно не может стоять, и если он будет читать намаз сидя, как он будет читать. То есть весь процесс, который я сейчас буду показывать, относительно того человека, который только сидя читает намаз. Итак, у вас также направление в сторону киблы, должно быть омовение, все как в полноценном намазе. Вот вы сидите, значит, намерение делаете. Я намереваюсь, например, совершить два раката суннат намаз ради Всевышнего Аллаха, то есть намерение возникает в сердце. Поднимаете руки до мочек ушей, это по ханафитскому масхабу, да? Поднимаете до мочек ушей, Аллаху Акбар, и складываете также под пупком. Аллаху Акбар. Здесь вы читаете дуа сана, истиазу басмалу, дальше сура Фатиха, дополнительная сура, и дальше вы говорите Аллаху Акбар, чтобы перейти как будто бы состояние в руку. Смотрите, когда вы делаете руку, вы чуть-чуть прогибаетесь вперед. Аллаху Акбар. Вот столько, например, достаточно. Если вы не можете, например, дотрагиваться лбом, то вот столько достаточно. Если у вас, например, спина не сгибается. Здесь вы говорите слова, которые произносятся в руку. Субхана Раббиль Азим, Субхана Раббиль Азим, Субхана Раббиль Азим. Дальше вы выпрямляете. Сами Аллаху лиман хамида. Раббана валякаль хамд. Аллаху Акбар. Значит, вот если вы лбом не можете касаться, то уже получается саджда у вас идет чуть дальше прогибаетесь, чем руку. И здесь произносите Субхана Раббиль Аля, Субхана Раббиль Аля, Субхана Раббиль Аля. Теперь, что касается того, когда вы можете касаться лбом. Значит, когда вы не можете, руку вот столько достаточно, и саджда чуть дальше, саджда чуть дальше. А что касается того, когда вы можете касаться, значит, вот руку вы чуть-чуть пошли вперед, вот столько, да? Сами Аллаху лиман хамида, Раббана валакаль хамд, Аллаху акбар, Субхана Раббиль Аля, Субхана Раббиль Аля, Субхана Раббиль Аля. То есть, как в полноценном намазе саджда делаете, так и делаете здесь. И, возвращаясь опять, также читаете второй ракат образно, также чуть-чуть прогибаетесь вперед на руку, дальше полностью прогибаетесь на саджда. Вот так вот вы совершаете намаз, намаз сидя, если вы не можете полноценно его выполнить стоя. А сейчас я покажу относительно намаза сидя на стуле. Теперь, что касается намаза сидя, но на стуле, да, до этого я вам показал именно как полноценно, когда человек сидит. Здесь он сесть не может, только сидит, например, на стуле. Значит, вы также говорите вступительный такбир, Аллаху Акбар, руки положили под пупком, правую на левую, по ханафитскому масхабу. Дальше читаете дуа сана, истиаза, басмала, фатиха, дополнительная сура. И когда вы говорите Аллаху Акбар и переходите в состояние руку, чуть-чуть наклоняетесь вперед. Аллаху Акбар, Субхана Раббиль Азим, Субхана Раббиль Азим, Субхана Раббиль Азим. Сами Аллаху лиман хамида, Раббана валякаль хамд. Аллаху Акбар, Субхана Раббиль Аля, Субхана Раббиль Аля, Субхана Раббиль Аля. То есть вы видите, да, мое саджда, наклон саджда чуть дальше, нежели руку. Руку вот где-то вот здесь, саджда дальше. Если вам трудно наклоняться слишком, то вот здесь вы сами вот для себя измеряете. Аллаху Акбар. Вот руку может быть такое, да, все зависит от состояния здоровья. А саджда может быть чуть ниже, то есть... Вот здесь вот у меня до этого в первом примере руку был, но уже у человека здесь саджда. То есть руку он чуть-чуть делает, потому что вот по состоянию здоровья, может быть, ему тяжело наклоняться. И вот так вот два раката, три раката, четырехракатный будет намаз, вы совершаете. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.